Всем здорово, ребятки, с вами Фабиан, и мы с вами все-таки сыграем сегодня еще один разочек в Октобатику. Я на самом деле очень сильно удивлена и даже немножко разочарована в том, что такое дерьмо и отброс, как Октобатика, почему-то зашел. Почему-то вы его смотрите, вам интересно, и вы хотите посмотреть его еще, я немножко в шоке с этого, но... Чуть поддержь, если вам нравится, то сниму еще один видосик по Октобатике. В прошлый раз мы остановились с вами на том, что наша странная жена с нашими странными детьми заманили нас в продуктовый магазин. Но, в общем-то, изначально они хотели поехать в океанариум. И как вообще они собираются засунуть нас в океанариум, если мы в магазине? Непонятно, но сейчас мы, видимо, об этом узнаем, так что давайте, погнали дальше. Итак, найдите замороженную пиццу. А как мы ходим? Я забыла вообще все управление. Просто жесть. А, мы можем присаживаться. Ага, а, вот так. Я забыла, как мы ходим. Ну чё вы? Ты можешь идти, уродливый осьминог? Ты просто страшно меня бесишь, друг. Революция в концепции магазинов. Итак, найдите замороженную пиццу. Мы же вообще-то приперлись за хлопьями. Последняя коробка хлопьев. Надеюсь, никто не стащит ее, пока я посмотрю вон там. Конечно, нет. Добудьте хлопья для Томми. А как на руки переключаться? Пробел. Что вы делаете? Кто? Я мимо иду, девушка. А вы с кем разговариваете вообще? Девушка, вы как себя ощущаете? Так, идем назад. Она перестала нас смотреть. Ах, сучка. Так, смотрит. А, отходим немножко подальше. Почему она идет за нами? Уйди, отродье. Ой, ой, я, кажется, что-то снесла, сломала. Уйди отсюда, отродье, боже ж ты мой. Не люблю блондинок, девушка, идите нахрен. Почему вы домогаетесь до меня, я не понимаю. Уходим. Ну хватит на меня смотреть, ну девушка, ну что вы? Да перестаньте же на меня смотреть. Не собираюсь, я вообще женатый мужчина. В конце-то концов, какого черта? Девушка, идите нахер вообще-то. Ну верни вор, ну конечно, да. Дайте мне их, я их отпустил случайно. Не то. Вот, не то. Вот это, нет. Бурлоп. Вот это. Дай, твою ж мать. Дайте мне эти гребаные хлопья. Меня спалили? Меня, походу, спалили. Какая неприятность. Так, ладно. Вот же сволочь, а. Посмотрите, какая скотина. Я, блядь, заполучу сейчас хлопья. Такими маленькими шажочками, если мы будем подкрадываться. Хватит на меня пялиться, отвернись. Тихо, берите это. Нет, я должен взять хлопья. Да почему я не могу их взять? Отпустите это. Я должен взять хлопья. Вали! Ой, какое палево! Да почему оно меня палит? Я не понимаю, как забрать их так, чтобы оно не спалило меня? Что за жесть? Ну перестань на меня смотреть уже, шмара. Ты можешь отвернуться? Отвернись, проститутка. Ты долго будешь пялиться на меня? Алло, отворачивайся. Отворачивайся. Я могу и в рыло сунуть. Что это? Упс. Найдите газировку с манго. Манго? А как я узнаю, что она с манго? Как я узнаю, что она с манго? Эй, я не знаю, где. Она выглядит как желтая бутылка, да? Вон, это она там? Шоколадное молоко. Хорошо. Как нам до него достать? Это оно? Нет. Оно вон там, в самом конце, да? Господи, здесь... Что? Здесь предметы из Майнкрафта, мать твою за ногу, вот это да. Скидываем и... Нет! Твою мать, вон то! Нет же! Да твою ж налево. Нет, ты можешь поднять руку? Подними ты руку, говно сраное. Пожалуйста, ты должен взять... Нет, не это! Блядь, как он меня бесит, я не могу, я не знаю, он руки не поднимает свои сраные. Бери, ты можешь вот туда, да, засунь. Может, нам надо ближе подойти, я не знаю. Прям вот сюда залезть, на полку, может, сразу, чтобы наверняка. Так, подождите, давайте отсюда попробуем. Так, нет, подними ее выше. Выше, урод. Боже мой, как ты меня бесишь. Бесишь меня. Опа, так. Мы взяли шоколадное молоко, ну аллилуйя, хоть что-то мы смогли сделать. Итак, значит, мы должны выбрать. Мы должны выбрать. Мы должны добыть хлопья для Томми. И еще желтую газировку мы должны где-то найти. А где я найду? Она, наверное, где-нибудь на самом верху, да, стоит? Наверное, вон там. Стоп.
А как посмотреть наверх? Вон она, наверху, видите? Она у самолетика. Ох ты жопа. Ладно. Попробуем добраться. Только как? Вот так, наверное. Так. Давай, давай, давай. Переставляй лапы свои дурацкие. Давай. Our deli offers a variety of creatures that can be fried, так, стоп. Barbecued, может, здесь roasted and toasted. Получится, stop если он by. Подлетит ко мне поближе. Вот так вот лапы, если будем махать наверху. Схватить не то. Схватила. Я схватила сраную манговую газировку. Сволочь. Так. Слезай. Не то. Слезай нахрен. Все, пошел. Где эта шмара? Я не знаю, как отобрать у нее. Хлопья. На тебе, сучка, врыла. Как же, блин, мне... Я не знаю, как заставить ее перестать пялиться на меня. Так, зачем я с коробкой хожу? Брось ее. Может, мясом ей в рыло кинуть? Как думаете? По-моему, нормально. Наш морозильник весь замерз. Сейчас мы его чиним. А я могу сюда зайти? Ну, как минимум, одна дверь работает. Зачем я иду в морозильнике? Так, подождите. Что я делаю здесь? Так. Сейчас мы пролезем нормально. Вот так. Ать. Нет. Вот так. Нет. Да твою мать. Давай. Вот так. И эту ногу сюда. Сюда. Нам нужно добраться до пиццы. Она где-то очень далеко. Давай. Вот так. Пролезаем. Отлично. О, вентиляцию задуло. Черт бы вас побрал. Господи. Ух, готово. Я хочу взять пиццу. Я взял пиццу. Фу, это было так сложно. Теперь нам нужно добыть хлопья. Я не знаю, это невозможно. Там тупая баба. Это я возьму, пожалуй, мисс. Это куда возьму? Почему она палит меня все время? Зачем ей на меня смотреть? Перестаньте на меня смотреть, пожалуйста. Только будет смотреть на меня в упор. Смотрите, сучка. Хватит пялиться. Иди давай. Уходи отсюда. Я тебе говорю, давай уходи. Это она стоит. Уходи и... Я сейчас врыла там. Тихо. Уйди отсюда от меня. Можешь отойти, баба тупая. Ты что, вообще не шаришь, что происходит здесь? Ты не понимаешь, что я осьминог? Не видно, что ли? Незаметно? Как же мне добраться до хлопьев? Надо быстро очень, видимо, их схватить. Я достал их! Аллилуйя! Господи, я думаю, это никогда не случится. Гребаные хлопья. Отыщите идеальное яблоко? Да пошла ты в задницу. Ищите идеальное яблоко. Так, овощной и фруктовый отдел был вот, твою мать, вот здесь. Так, идем. Тут повсюду банановые шкурки, господи. А вон же идеальное яблоко. А почему идеальное? Это желтое, интересно. Добрый день. Вот, вот. Стоп, спокойно стоим. Тихо-тихо. Простите, пожалуйста, молодой человек. Извините, у вас упала мандаринка. Ой. Вот это вот, желтенькое. Молодой человек, не подойдите, пожалуйста. Пожалуйста. Твою мать, урод. Гребаная шкварка. Почему так скользко? Опачки, скользкий пол, да? Как же нам... Молодой человек, ну что вам стоит? Это не то. О, простите, пожалуйста. Нет, это тоже не то. Извините. Извините. Вот это! Я смогла достать идеальное яблоко. Получить образец суши в задней части. Hey, but get away from... Free sushi samples in the back. They are delicious. Я понимаю, что я осьминог, господа, но у меня нету вовсе никаких суши в задней части. Я просто осьминог. Я еще совершенно не готов к тому, чтобы из моих задних частей делали суши. Вы издеваетесь, что ли? В какой задней части? Где у вас задняя часть? Стоп, покажите мне. Понимаю, где задняя часть. Образец суши в задней части. Мужчина! Не надо тут этого, да? Так, может, нам надо вот сюда зайти? Вот он, образец суши! Готово! Опять этот проклятый повар! Я с тебя сделаю суши-роллы по выгодной цене! Бегите! Он поймал меня сразу. Так, куда бежать-то? А, на себя, видимо. Он
идет за мной! Он идет за мной! Господи, нет! Он... Нет! Куда я бегу? Где? Ой, нет, он идет за мной! Он хочет меня убить, пожалуйста! Пожалуйста! Закройте его там нахрен! Он там что-то крушит! Он хочет выебать меня в мои задние части суши! Какого черта? А вот и где, мы уже начали волноваться! Ты все время попадаешь в какие-то истории. Что ты там сзади делал? Я доставал тебе суши. Заплатите в передней части магазина. Да? Как это сделать? Отпустите, пожалуйста. Так. Уберись. Так. Так. Нет, это я не хочу покупать. Да ты скотина! Да положи же ее уже! Боже мой, нет! Так, давай пик и яблоко еще осталось. Все, готово. Довольный триумфальный бульк. Итак, продукты мы купили. Отправляйся в океанариум! Ура! Нет, нет, пожалуйста, такая кухера. Я не хочу, какой океанариум. Обвиняющие немного грубые бульки. Ну, значит, нас двое. Кого нас? Машину, дети! Я хочу посмотреть на рыбу-обнимашку. А я хочу забраться на что-нибудь зловещее. Дорогой, все очень просто. Ты можешь поехать в океанариум со своей семьей. А можешь отправиться домой один и пешком. Он такой приуныл. Поехали, пап! Чего ты ждешь? Твою мать. Ну почему мы обязаны ехать в гребаный океанариум? О боже, нет. О, смотри! А мы очень ссымся. Магазин с подарками. Ой, нервное беспомощное бульканье. Мать твою, какой-то стрёмный доктор Пидор. Еще доктор Пидор. Они же чёртовы эксперты, они могут спалить его. Дорогой, ты в порядке? Что тебя так испугало? Ладно, просто добавим это к нашему списку вопросов. Не волнуйся, мы с тобой. Пойдем купим билеты. Он такой... И... В жопу! На этом мы с вами сегодня остановимся. Я не могу, и... Как вообще он будет ходить в этом гребаном океанариуме? Вы себе можете представить? Я нет. И надеюсь, что мы этого с вами никогда не увидим, потому что вы не скажете, что вам понравилось это видео. Вы скажете, что это какое-то говно. Это отвратительная игра. Не играй в нее больше, Фаби, никогда. Потому что это говно. Вот, вот так я и надеюсь. Но если вам вдруг видео само понравилось, то ставьте лайк. Но если вы поставите лайк, это не будет ничего значить. Это не будет значить, что я сниму следующую серию по этой игре. Но вот если вы напишете коммент, то может быть. В общем, все, если понравилось, лайк, не понравилось, дизлайк. Вконтакте вступайте в группу, на канал подписывайтесь. Ну все, вот это вот, как всегда я говорю. Всем большое спасибо за просмотр, с вами была Фабиан. Счастливо!